Всем привет! Сегодня приехали в город Кстово, Нижегородская область. Это небольшой городок, но в нем есть аквапарк, вот называется он Атолл. У них проблема, говорят, что у них окно упало с четвертого, с высоты 4 метров. И еще в офисе что-то проблема с окном. Сейчас вот будем смотреть, что там у них, как оно могло упасть, интересно. Стул, на который стоит, вот этот. Так, давай посмотрим. Стволка, говорят, упала. А, петля нижняя сломалась. Нижняя петля. Смотрите сразу. И фурнитура там, скорее всего, тоже должна быть. Вырвало. Ладно, сейчас надо вскрыть, посмотреть, что с ней. Еще ее открыли. Закладных нет. Сейчас вот снимем петлю вот эту, чтобы нам подобрать. Верхнюю петлю открутили. Сейчас откручиваем нижнюю петлю, чтобы нам подобрать ее. Скорее всего, это стублина. Потому что очень похоже. Нижняя петля. Сейчас назад ее вставили, петли мы сняли, чтобы нам подобрать. Сейчас временно его прикручиваем. Да. То сейчас вот сюда закрутим, вот, чтобы там тут закрыто наружку, а замок работает, а здесь нет. Просто уберем, что ли? Оно закрылось. Да, да. Оно открылось. И не откидывается. Не откидывается. Можно посмотреть, почему оно не откидывается. Эта штука, она не входит, то есть она не зафиксирована. Сейчас надо будет ее зафиксировать. Ну-ка, погоди, подними еще раз. Вот она поднимет. А, нет, надо ее. А, во-первых, так, а теперь давай. Я закрыл. Нет, давай. Откинуто. А почему она не ходит? Ага, вот так вот. Закрыто. Да, надо сейчас вот эту штуку вставить вот в эту дырочку. Все, у нас сейчас совпало все здесь. Тебе надо затянуть вот эти две шпоночки, два винта. Все, затягиваем. Раз. Все, откидывается. Да.